В Гусиноозерск столь массовый десант автоинспекции высадился впервые. Практически все улицы города перекрыты автопатрулями, а проверке были подвержены все автомобилисты. При этом ГИБДД проверяла и себя. Приобщили к данному мероприятию экипажи других подразделений госавтоинспекции. Это Джидинский район, Закаменский, Кяхтинский, Печурский, Мухоршибирский, Заиграевский. Выявляем также недостатки, каким образом у нас инспектора, в том числе начальники подразделения ГИБДД, несут дорожно-патрульную службу. Отметим, еще за 3 дня до проведения мероприятия городское телевидение запустило бегущую строку о предстоящем спецрейде, поэтому водителей в алкогольном опьянении за рулем не было. Но были выявлены десятки других правонарушителей. К примеру, этот мужчина управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав. А почему сел за руль, не поясняет. Уберите, я не буду. Машина нарушителя эвакуирована на штрафстоянку. А вот у этой девушки наиболее часто встречаемое правонарушение. Водитель управлял транспортным средством, да, с закрытой обзорностью, то есть установкой шторок. Неработающие ходовые огни, неуплаченные вовремя штрафы, иностранцы с просроченными визами. Подобные нарушения выявлены десятками. И, по словам сотрудников полиции, массовые проверки с привлечением инспекторов из других районных отделов ГИБДД служат лучшей профилактикой правонарушений. Алексей Унагаев, Намсарай Намсараев, Евгений Павлов. Новости дня.